Уважаемые выпускники школ, уважаемые родители, мы сегодня продолжаем серию материалов по поступлению в Институт экономики и управления промышленными предприятиями НИТУМИСИС. Как вы знаете, академическая жизнь должна быть наполнена яркими впечатлениями, и вы должны получить те навыки и компетенции, и знания, которые позволят вам быть успешными. Сегодня у нас в гостях представители ведущей глобальной аудиторско-консалтинговой компании EY. В прошлом эта компания была известна как Ernst & Young. Одна из этих представителей – это бывшая студентка нашего вуза, и она вместе со своей коллегой расскажет вам о том, что необходимо изучать и как формировать свою личность для того, чтобы быть успешной, работая в такой прекрасной и большой компании. Мы очень благодарны компании EY за их поддержку, и я надеюсь, вы из этого общения с ними вынесете, что необходимо делать для того, чтобы стать успешными. Добрый день, дорогие друзья! Мы в EY уверены, что качественное образование – это залог успеха для построения карьеры, особенно карьеры международного уровня. Ведь EY – это крупнейшая компания, входящая в четверку самых больших консалтингово-аудиторских компаний мира. Мы представлены более чем в 150 странах мира, и с нами работают почти 300 тысяч сотрудников. А у вас есть возможность тоже к нам присоединиться, поступив в вуз, закончив его, пройдя несколько этапов отбора и уже тогда начать строить свою историю успеха. В компании вы можете развиваться по понятной и очень удобной схеме. Придя к нам на последних курсах университета, вы можете стать стажером и далее через несколько лет успешной, но и сложной работы стать партнером компании. На своем карьерном пути вы встретите много интересных, но и сложных проектов. Вы станете настоящим профессионалом своего дела. Вы побываете в разных местах, в командировках, и встретите большое количество профессиональных коллег. В 2017 году я закончила МИСИС по специальности прикладная экономика. И после окончания института пошла работать в компанию EY. На текущий момент я являюсь старшим экспертом в отделе аудиторских услуг, оказываемых предприятиями промышленного сектора. Я как аудитор работаю с финансовой отчетностью клиентами и командами. Для работы с финансовой отчетностью нужны базовые знания в области бухгалтерского учета, финансовой экономики. Для работы с клиентом нужны углубленные знания различных областей. То есть вам могут пригодиться такие предметы, как цветная металлургия, черные металлы, а также другие профессиональные знания. Необходимые компетенции и навыки для работы в аудите. Мы можем их разделить на две группы. Это ваши личные качества и профессиональные навыки. Если мы говорим о личных качествах, то это прежде всего умение общаться с клиентом, командой, людьми, вежливость, способность аналитически мыслить. Если мы говорим о профессиональных навыках, то это бухгалтерские учеты и аудиты, знания в сфере международных стандартов, английский язык, знания программы Microsoft Excel. Хотелось бы немного рассказать о жизни в EY и работе в EY. Это не только работа с финансовой информацией, анализом данных и отчетностью, но это также работа с отличной командой профессионалов. Это постоянные командировки по России и за границу. Это незабываемый опыт. Также это процесс непрерывного обучения и получения новых знаний и навыков ежегодно. И возможность работать из любого уголка мира. Уже сейчас вы можете следить за возможностями в компании, подписавшись на наши соцсети в Инстаграме, ВКонтакте или на Фейсбуке. Вы можете заходить на наш сайт или установить мобильное приложение. Я желаю вам успеха при поступлении и всех жду через несколько лет в компании EY.